Я желаю, друзья, чтобы мы сейчас могли помолиться за тех, у кого есть в этом необходимость. Кто, живя в это последнее время, еще не уверен в том, что его эта ситуация не захлестнет. У кого, может быть, не хватает силы сегодня сделать правильный выбор. Я вас тоже приглашаю сюда. Не только тем, кому надо принять Христа, но и тем, кому надлежит принять мужество сегодня. Мужество перед событиями, состояниями, которые в это общество идут. Они идут. И они идут достаточно быстро. Скорость событий меняется у нас на глазах. То, что раньше десятилетиями не менялось, сегодня за месяц, за полгода, за год, изменилось так, что неузнаваемо. И поэтому я приглашаю людей сюда для молитвы. Если надо для покаяния, то для покаяния. Если надо для обновления отношений, то для обновления своей крепости и своего мужества. Я желаю, друзья, чтобы мы реально понимали, это то время, при котором Господь не молчит. Это то время, при котором Господь говорит нам слова, за которыми стоит Его власть. И Он говорит, многие придут под именем Моим, но Я сегодня говорю от Моего имени к вам. Не бойтесь, не ужасайтесь. Потому что то, что грядет, я имею над этим власть. Я имею над этим свои рычаги. Я хочу вас укрепить. Я хочу вас поддержать. Я хочу сделать вас сильными. Я хочу сделать вас непоколебимыми. Я хочу сделать вас сосудами чести. Людьми, которые будут мой голос отличать от иных голосов. И за другим не пойдут. И вера и терпение святых проявятся в судьбах тех, которые сегодня именуются Его именем. Слава Богу за то, что есть люди, которые могут искренне сказать пред Богом, мне нужна твоя крепость, мне нужно твое мужество сейчас. Но вы знаете, когда-то Бог знал, что Иисусу Навину это понадобится. И Он дал ему простой рецепт. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. И тогда ты в точности исполнишь все, что в ней написано. И будешь благоразумен. И тогда крепость придет к тебе. Тогда мужество тебя наполнит. И поэтому я желаю, чтобы сейчас с особой ревностью Божий народ принимал Священное Писание в свой дух. Потому что в это время внутри будут происходить те преобразующие процессы, которые до этого в них не особо нуждались. Но сейчас Господь будет производить словом Своим внутри себя, своего тела, своей церкви, те процессы, которые мы будем уже замечать в практике, в действии. Когда мы слышали свидетельство на ночной молитве, Ирина говорила, когда она думала, что если с моим ребенком что-то случится, как я отреагирую? Но когда пришла эта природа, она совершенно спокойно могла молиться и исполнить Божью власть применить и исполнить свое предназначение, запретив этому явлению, которое не давало дышать сыну, запретить этому явлению, и он задышал. И он реально понял, ребенок понял, сказал, если бы не Господь, я уже не мог дышать. Друзья мои, ситуации будут разные. И нам важно в этот момент не оказаться в панике, не оказаться под давлением обстоятельств, не жить, как прочие люди, а взять внутри себя и достать крепость. Крепость веры. Крепость отношений, крепость завета, крепость нашего понимания, кто мой Бог. И это важно сейчас делать. Я хочу вместе с вами сейчас совершать эту молитву теми, кто вышел. И я вместе с вами хочу также благословить тех людей, кто рядом с вами из неверующей среды. Потому что те, которые вышли, в основном уже христиане. И я хочу, чтобы вы помолились за тех, кто неверующий, вместе со мной эту молитву покаяния произнесли. Как заместительное покаяние. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, первое, что мы делаем, мы молимся покаянием, заместительным покаянием за тех людей, которые не ведают, что творят, которые сегодня стали жертвами под влиянием нечистых планов врага. Мы не обвиняем людей, но мы вызываем на суд нечистого духа, того, который сегодня является правителем над этой землей, над нечестивыми людьми. Мы сейчас приглашаем к зал суда. Господь, прямо сейчас положи Твою защиту на нас и наших детей. Скажи врагу, чтобы он к нам не прикасался. И мы сейчас говорим, не приблизишься к нашим домам, к нашим детям, к нашим внукам,
к нашему имуществу не приблизишься, потому что мы покрыты кровью Христа. На нас печать благоволения. Прости, Господь, за малодушие. Прости, Господь, за веру, которая сегодня еще не укреплена достаточно. Но мы принимаем крепость через Твое Слово, через Твой Дух, через Твою жизнь. Мы как Церковь Твоя, мы как народ Твой взываем к Тебе и просим мужества и крепости. Мы не на себя надеемся, как это говорил Петр. Если все отрекутся, то не я. А мы говорим: Боже, дай силу быть твердыми перед любыми решениями, которые сегодня, завтра и в последующие дни надо принимать. Принимаем эту крепость от мощного Бога, который укреплял Иакова. И если прежний век – это век Исава, то сейчас век Иакова, когда ты берешь за руку и когда ты вводишь в первородство. Я благодарю Тебя, Отец. Мы принимаем это первородство от Духа Святого, от власти Твоей, от могущества Твоего, от милости Твоей. И мы говорим: мой Дух укрепляется от Духа Бога Живого, живущего внутри меня. Я желаю быть каналом Твоей славы. Крести меня в Твою славу. Крести меня в Твое присутствие. Крести меня в Твое могущество. Крести меня в Твое сияние. Потому что тьма покрывает землю, мрак народы. Но во мне и надо мною сияет Господь. И это сияние ослепляет врага. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Господь, что Ты сделаешь то, о чем мы просим. Ты делаешь, потому что Ты верный, потому что Ты всемогущий. И власть Твоя над всеми делами и планами врага, она не ушла с трона. Она имеет влияние сегодня. Слава Богу. Если кто-то вышел первый раз, подойдите к Светочке, чтобы она могла с вами поговорить и дать вам также направление для ваших ног, для вашего призвания. Не стесняйтесь, подойдите к ней и скажите о том, что вам необходимо принять понимание, как двигаться дальше. Если кто-то первый раз пришел в этот дом, в место, где мы поклоняемся Богу, то не останьтесь в стороне от возможностей, которые Господь... Вот, Света, подними, пожалуйста, твою ручку, да? Подойдите к Светочке, чтобы она с вами могла пообщаться сейчас или сразу после служения. А мы, друзья, переходим к причастию. И то, что я вам предлагаю сегодня сделать, с учетом обстоятельств, с учетом ситуации, над Божьей трапезой, над трапезой Нового Завета, нам с вами сейчас произнести Псалом 90. Ведя сюда всех наших родных и близких, пусть этот Псалом, он не будет терять силу от того, что мы часто его произносили или знаем, может быть, наизусть. Но сейчас мы, как власть, имеющий Божий народ, вводим под этот покров данного Псалма и тех, которые еще пока не знают Бога, но им надо сюда прийти. Дело в том, друзья, что 90-й Псалом, кто-то говорит: да я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь, чем мне его произносить? А как мы проверяем, что мы живем там? От того, что я так думаю? От того, что я всегда так думал? Или от того, что я живу под ценностям и правилам Божьего дома и Божьего царства? Вот тогда, когда я живу по его ценностям, тогда я на самом деле могу сказать: я живу под кровом Всевышнего. Когда я не живу под влиянием толпы, когда я не живу под влиянием страхов, я живу под кровом Всевышнего. И поэтому я хочу, чтобы мы сейчас произносили эти слова с учетом именно того, что я живу под Его покровом, приняв Его ценности в свою жизнь, приняв Его власть, приняв Его покров. Придя к Нему, мы принимаем и покров. И потому мы сейчас можем произносить эти слова с учетом того, что мы говорим: «Я живу». Я живу под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоюсь. И сюда же забираю всю свою семью, всех своих родных. Говорю Господу: прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит меня от сети ловца.
от гибельных язв. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду безопасна. Щит и ограждение – истина его. Не убоюсь ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле меня тысяча и 10 000, одесную меня, но ко мне не приблизится. Только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказала: Господь, упование мое, Всевышнего избрала я прибежищем моим. Не приключится мне зло, и язва не приблизится к жилищу моему, ибо ангелом своим заповедуешь обо мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня, да не приткнусь о камень ногою моею. На аспида и василиска наступлю, попирать буду льва и дракона. За то, что я возлюбила Господа, избавит меня, защитит меня, потому что я познала имя Его. Взываю к Нему, и Он слышит меня. Со мной Он в скорби, избавляет меня и прославляет меня. Долготою дней насыщает меня и являет мне спасение свое. Слава Богу, друзья! Мы имеем такого Бога, который имеет в виду это сделать. И вы знаете, прежде чем мы начнем причастие, я хочу позвать сюда молодежь, которая у нас сегодня выезжает. Выезжает, чтобы к ним присоединилась группа людей, которые поедут дальше, приедут на выезд. Выйдите, пожалуйста, сюда, мы сейчас благословим вас. Друзья, сегодня так важно, чтобы молодежь узнала ценность сезона, возможность сезона, важность сезона, того сезона, в котором мы, те, которые на первом ряду, можете все выходить. Выходите, те, которые на первом ряду уже стоите здесь, молодежь, выходите. Друзья, давайте мы прострем наши руки, потому что здесь действительно важно не только, чтобы Бог сохранил от всяких событий, от всяких, может быть, неожиданностей, но я хочу, чтобы Он произвел в них зрелость. У кого-то она есть в определенной степени, у кого-то нет, еще может быть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но вы знаете, удивительное слово. Удивительное слово, которое я сегодня не прочитала, но оно у меня есть. Я буквально сейчас коротко его прочту из третьей книги Ездры. Если уже такое будет происходить. Однолетние младенцы заговорят своими голосами. Беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через 3-4 месяца, и они останутся живыми и укрепятся. Вот это признак нашего времени. Это Ездра получал для наших дней. И поэтому те, которые только присоединяются к молодежи, чтобы они за короткие сроки узнавали живого Бога, имели живые отношения и понимали, что уже даже младенцы могут говорить внятно. Поэтому давайте прострем наши руки и благословим молодежь. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем сейчас высвободить это благословение перед заветными отношениями, как церковь. Потому что нам важно, чтобы та молодежь, которая сегодня собирается вместе, они были благословением друг для друга, они были обогащением друг для друга, а главное, Ты для них был этим обогащением, чтобы они Тебя больше всего возлюбили. Поэтому, Боже, мы сейчас передаем их Тебе. Мы сейчас подчиняем их мысли Тебе, их желания Тебе, их ценности Тебе, чтобы в это время они могли созревать в лета немногие, в месяца немногие, созревать и получать зрелость от Господа. Мы как церковь их благословляем познанием Твоей славы. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете идти на свои места. Господь, мы благословляем также хлеб, который было тело Твое для нас ломимое. Я благодарю Тебя, что Ты это сделал для того, чтобы мы были целостны во все дни. И как в прошлый раз мы читали это слово из послания Фессалоникийцам, чтобы вас во всей целостности духа, души и тела, без всякого изъяна, чтобы и наша плоть, и наше тело было без изъяна, когда Ты придешь. Поэтому во имя Иисуса Христа мы не отдаем свои тела под осквернение, но мы принимаем Твою защиту и Твою безопасность. И в теле Христа для нас есть эта безопасность.
Мы ее принимаем сейчас. Мы ее принимаем потому, что Ты дал нам это право на старте месяца. И в каждом дне мы имеем такую возможность в домах своих. И пусть люди это право не отдают никакой суете, никакой забывчивости, но принимают во славу Твою, в здравие себя, в умножение благословений Твоих. Благословляю, Господь, и благодарю Тебя. Все, что мы сейчас могли читать, и слышали, и произносили, то все это имеет воздействие на нас через Твою кровь. Мы омываемся в крови Христа, и никакая мутация к нам не прикоснется. Никакая мутация к нам не прикоснется. Отец, спасибо Тебе. Мы принимаем способность быть защищенными, сильным иммунитетом, который в состоянии противостоять любой дьявольской атаке. И мы все это принимаем. И за то, что мы проходили за эти месяцы и годы, мы благодарим Тебя, потому что в нас это подняло иммунитет более и сильнее. Слава Тебе, Отец, что Ты сказал, никому не позволял прикасаться к ним, никаким царям. Это было с Иосифом, и это было с народом Твоим. То и с нами сегодня пусть будет так. Никому не позволь прикоснуться к нам или детям нашим. Благословен Господь, благословивший нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. К вам подойдут, поднесут сейчас. И те, которые примут, можно садиться. Чтобы было видно, кто участвовал, а кто не участвовал. Прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою. Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я хочу исполнить волю Твою. Прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою. Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою. Наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Кровью своей не дай.
волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Тебя. Давайте поднимемся. Благодарим Тебя за то, что Ты здесь, Ты в нас и Ты через нас. Ты творишь все, что Ты хочешь и на небе, и на земле. И мы сейчас принимаем то, что является Твоим покровом и защитой со всех сторон. Слава Тебе за силу крови Твоей, за линию крови, которую мы провели, и над всем, чем обладаем и что имеем. И мы сейчас, прямо сейчас, закрываем глаза и уши всякому демону и людей, которые контролированы этими демонами. Мы закрываем глаза и уши и запрещаем двигаться против народа Бога живого. Я благодарю Тебя, что у нас есть это право и власть, и мы пользуемся ей. И как сказал когда-то через Захарию это слово: «Да запретит тебе Господь сатана». Господь да запретит тебе прикасаться к нам и детям нашим, потому что мы под покровом Всевышнего. Живем и в завете Его находимся. Слава Тебе, Иисус. Хвала Тебе, любимый. Во имя Иисуса Христа. Аминь.